Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я прочитаю стих. «Благоволение, мир и слава, как медный колокол, слова плывут над миром величаво, венчая праздник Рождества. Сердца, не знавшие покоя, взамен уныния и тревог, вам примирение святое дарует ныне вечный Бог». На землю мир небесный ныне, как многоводная река, обильно льется в Божьем Сыне и милость Бога на века. Предвечное благоволение к погибшим душам таково пришло исполниться спасенье через святое Рождество. Христос исполнил Божью волю, святой воспринял нашу плоть, души страдания, сердце боли изведал любящий Господь. Благоволение в человеках, спасение верных до конца, сам Бог предусмотрел от века, вселяясь верою в сердца. Ликует небо, слава вышних, по всей вселенной торжество, Сын Божий на служение вышел, рождение – первый шаг его. Аминь.